памятная дата России. 15 февраля. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата установлена в память о почти 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. В этот день, в 1989 году, наши войска, с честью выполнившие свой солдатский долг, были выведены из Афганистана.